Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от компании Acara, модель Mulet 110F. Как следует из названия модели, воблер имеет длину 110 мм, вес у приманки 14 грамм, она плавающая и имеет заглубление до 1,5 метров. Приманка поставляется вот в такой вот упаковке, представлена у меня в цвете А23. Воблер является миножкой. Вот так вот приманка выглядит. Имеет изогнутую спинку. Брюшко имеет вот такие вот вогнутости. Кстати, на брюшке имеется полезная информация. Указана степень плавучести, максимальное заглубление, а также вес. Хотел бы обратить внимание, что вес, указанный производителем, очень точно совпал с теми показателями, которые я получил на своих весах. То есть весы у меня также показали 14 грамм. Приманка имеет плоские бока. Имеется насечка, которая имитирует чешую рыбы. Также прорисованы объемные жаберные дуги, установлены трехмерные глаза, то есть приманка выглядит очень реалистично. Установлена достаточно компактная лопатка трапециевидной формы со скруглением на конце. Длина лопатки составляет 15 мм, ну и располагается она под углом примерно 40 градусов. Ну и повторюсь, максимально воблер способен погружаться до 1,5 метра. В передней петле установлено вот такое вот заводное кольцо, качественное, имеет темное покрытие, витки плотно лежат друг к другу. Воблер оснащен тремя тройниками, тройники не крупные, сделаны из достаточно такой вот не толстой проволоки, имеют темное покрытие, тройники острые, качественные. Приманка имеет систему дальнего заброса, соответственно, с полетными характеристиками у ней все в порядке. Летит далеко и точно. На проводке воблер издает вот такой вот звук. Кстати, о проводке. Наиболее эффективно воблер раскрывается на твичинге. То есть основная базовая проводка — это рывковая. Воблер выпускается в интересных расцветках. Их порядком около двух десятков. Вот у меня приманка представлена в натуральной расцветке, также есть и различные кислотные провоцирующие расцветки. Acara Mulet 110F может быть использована как при ловле на водоемах, где течения отсутствуют, так и на реках. Приманка отлично подойдет для ловли щуки, судака, ну и крупного окуня. Данный воблер достаточно бюджетный, сделан очень качественно, имеет продуманную палитру расцветок, поэтому советую обратить внимание на данную модель. Приобрести Acara Mulet 110F можно на интернет-магазине F-Magazin, ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал, всем спасибо за просмотр, всем пока!